Въехать в город по Фурмановской трассе, так же, как и выехать из него, для некоторых автолюбителей проблематично. Несколько дождливых дней при неработающей ливневке сделали свое дело. Один из участков улицы Фрунзе стал похож на реку. Всего в областном центре около десятка болевых точек, где подтопление уже давно норма жизни. Сейчас на 8 таких участках работают 5 спецмашин. Очевидно, что этих сил на борьбу со стихией недостаточно. Действительно, у нас в городе Иваново есть несколько участков, которые при обильном выпадении осадков являются подтопляемые. К сожалению, ливневая канализация у нас в городе не на всех участках магистральных дорог и дорог города. И строилась она 50-60 лет назад. И, конечно, не рассчитана на такие ливневые осадки, которые мы видим последние дни. Мы принимаем все меры, чтобы прохождение автотранспорта было свободным.